А у нас такая не очень хорошая новость. У нас возвращают котика. Точнее, кошечку. Ну, бывает так, что возвращают, не прижилась. Ну, ничего страшного. Главное, что привезли. Пойдемте. Добрый день. Здравствуйте. Не прижилась. Ну, бывает что. А это, видимо, кошка, да? Ну, да. Ну, подумали, так кота-то хотели взять. Угу. А она по ночам-то сейчас мяркать начала. Угу. И все, кота-то надо. И мама-то не может, она говорит. Нет, так она стильная. Но, а все равно просит. Просит. Нет, она, нет, нет, не может просить. Да просит. Давайте я в сумке унесу и сумку вам верну. Вот. Все. Дома. Приехала. Такая сразу деловущая. Ну-ка я, говорит, проверю. Вот, все, мы дома. Мы дома. Ура! Все хорошо. А тут сразу место занимают. Нет, нет. К сожалению, нет. Так, ладно. Сядьте мне. Давайте. Балдейте. А ты давай, вот, все, пошла жракать сразу. Да, все.